Все. Ну все, накрыто. Бить колокол. Слушай, ты дежурная, тебе нельзя здесь. Вот с той стороны тут посмотреть надо, глянь. Они там одна щель такая. Ребята, они пора ли руки мыть вам на обед, а? Идите руки мыть. Тарас, приплоти. Тарас, иди руки мыть. Тарас, все время все ломает. Я похороняю. Тарас, иди, помой руки, я похороняю. Господи, слава тебе. Просим твою милость, освети дары, посылаемые для подкрепления немощной плоти, словом истинной молитвы. Слава тебе за чудный воскресный день, за мирное время. Даруй мир Израилю, России, Украине, всем, где идет война. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну как, Никита? Филипп. Хорош. Нарушений не было? Нет, таких не было. Что все сказать? По точке у всех. Конечно. Все, за стол. Молодцы. Так, Тарас, у тебя руки похожи такие. Я сейчас тебя поймаю. Этим. Ну-ка подожди, Тарас, там, я землю не вижу. Тарас, подожди. Он руки мыть пошел. Она там осталась. Потеряй. Ну. Вон она, с пакетами идет. Так, там еще-то мне дали морковки, тоже я забыл. Значит, Галя. Ты вытри руки-то, вытри. Подарками. Надо развернуть, что тут мне дали. Посмотри. Боже, не надо. Я сказала Ване сегодня дежурить. Я тебе сказала. Хороший. Я тебе утром сказала, когда пришел. Сказали мне помогать. Ваня дежурный сегодня день. Подождите, Марина. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Видишь, это святое. Ты дежуришь весь день. Приехали наши большие друзья, Плотниковы, из Греции. Вот Вася был сегодня, это их. А сейчас приехала их мама. Когда мы были в Греции, они нас встретили далеко от Афин. Где-то. У них не побыли. Там что-то не спокойно. Их надо в лагерь пригласить. Марина сказала с разрешения свекрови, что мы должны там пойти и у Серафима Гавриловны спросить. Какое разрешение? Ну, чтобы отпустила эту сноху. Чтобы свекровь отпустила сноху в гости. Такого я не слыхал даже. Ну вот, вот так. Никита. Это что-то уже новое. А мне охота их в лагерь пригласить. Я приглашаю. Посмотрите. Они тут более лагерные были. Дети тут были. Ну вот Вася с Соней и пошли по деревне, может быть, зайдут к нам в лагерь. Тимофей. Заигрались сегодня. Они там чисто сразу. Второй. А потом второй сначала сутки зарядка. Там, где он есть? Вики, Тарас. Дай брату. Больше ничего ему дать не могу. Ваня. А кто там первая чуть-чуть просто? Тарас, быстрее садись. Чего ты там мозолишься? Слава Христу.
Че, Шарик, кого ты там почуял? Коров, наверное, выгоняет, скорее всего.